новости в форме. С вами Светлана Смык. Добрый вечер. Президент Беларуси Александр Лукашенко присудил премии за духовное возрождение и специальные премии деятелям культуры и искусства. За значительное достижение в сфере музыки, активное участие в общественно-культурной жизни страны, награды удостоен образцово-показательный оркестр вооруженных сил. В Минске состоялась встреча министра обороны Беларуси Виктора Хренина с министром обороны Республики Таджикистан Ширали Мирзо. Главы военных ведомств обсудили вопросы безопасности в зонах ответственности ОДКБ, а также состояние взаимодействия между оборонными ведомствами и перспективы его развития. По результатам стороны утвердили план двустороннего сотрудничества на 2023 год. В Бресте проходит сбор с командирами подразделений сил специальных операций по организации занятий боевой подготовки. На тренировках отрабатывается широкий спектр задач. Бой в городе, создание огневых засад и борьба с беспилотными летательными аппаратами. Особое внимание уделено тренировкам по тактической медицине. Это были новости в форме. Смотрите нас завтра на YouTube-канале Воен-ТВ Беларуси, медиаплатформе Яндекс.Дзен, в наших социальных сетях и мессенджере Telegram.